Ситуация с поставкой инсулина в Ульяновской области решена. Дети, получающие лекарства по федеральной льготе, в полной мере им обеспечены. Так заверяют в региональном Минздраве. Напомню, в конце сентября обеспокоенные родители из сообщества «Диасвет» обратились за помощью к депутату законодательного собрания Ульяновской области Сергею Шерстневу. Со слов мам детей-диабетиков, использующих инсулиновые помпы, они ни разу за все время не получали препарат, а также расходные материалы. Покупать жизненно необходимые медикаменты всегда приходилось на свои деньги. А это минимум 10 тысяч рублей в месяц. 21 сентября положенный по закону лантус появился в аптеке номер 127 Ленинского района Ульяновска. Обеспечиваем детские рецепты, именно детские, прикрепленных наших поликлиник по текущим рецептам, по действующим. Обеспечили сентябрьские, сейчас начинаем обеспечивать октябрьские. Как заверяют в Минздраве, основной причиной серьезной проблемы стала перерегистрация цены препарата. И для нивелирования данной ситуации министерством были заключены прямые договора на сумму 894 тысячи рублей для обеспечения данной категории детей инсулином гларгин, или как он по-другому называется, инсулин лантус. На днях будет заключен контракт, который должен обеспечить бесперебойную поставку инсулина до конца года. По тест-полоскам и по другим расходным материалам тоже сейчас мы проводим закупки. И тест-полоски также для обеспечения бесперебойного. Детишек были закуплены прямыми договорами, поэтому в настоящий момент они имеются. В министерстве приступили также к закупкам препаратов и на будущий год, чтобы исключить возможность дефицита вновь. Рената Алиулова, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ.